Профессиональный станок для ковки «Мастер Универсал» с подключением к сети 380 вольт. Клиент выбрал стандартную комплектацию «Старт», добавив ту оснастку, которая понадобится ему в работе. Комплект эксцентриковых волков для расковки пик и лапок. Здесь мы имеем три волка, два гладких, один с насечкой. В сочетании работы двух гладких волков мы получаем пики, пики купольные, граненые, лапки без рисунка. В сочетании один гладкий волок и один с насечкой мы можем производить лапки с рисунком. Станок «Мастер Универсал» на этой операции работает с прокатом круглого и квадратного сечения размером от 8 до 20 мм. Предварительно требуется производить нагрев заготовок. Лекало художественное сборное. Мы обязательно снимем более подробное видео по этому лекалу, так как оно просто уникальное. Выполняет функции как минимум 7 лекал. На нем клиент может работать с заготовками с раскованными и нераскованными окончаниями. Работать с заготовками из профильной трубы, работать с тугим завитком, изготавливать валюты от 200 мм и шириной завитка до 140 мм. Бублики с прямой полкой и с полукруглой. Выполнять обратный завиток и догибать лапку валюты. Мастер Универсал на этой операции работает с кругом, квадратом до 14 мм, профильной трубой до 25 мм, полосой до 25 мм, а также с круглой трубой также до 25 мм. В комплект усиления профильной трубы сечением 15 и 20 мм. Усиление профильной трубы используется как предварительная операция для дальнейшей скрутки завитков, валют, бубликов, либо может использоваться уже как готовый самостоятельный элемент. Планшайка большая, изготовление колец диаметром 120 мм. Один из ходовых размеров, используемых при сборке изделий. Кронштейн для продольной скрутки, изготовление торсиона. Длина скрутки не ограничена, так как у станка сквозной вал, а также можно производить в любом отрезке заготовки. И дополнительно клиент приобрел комплект волков для декоративного проката профильной трубы сечением 15-20 мм узор гирлянда. Волки имеют два ручья под сечение 15 и 20 профильной трубы. Декоративный прокат может выполняться как предварительная операция, например, для дальнейшей скрутки завитков, бубликов, валют, так и как самостоятельный элемент. Рихтовочное устройство в сборе. Данное устройство предназначено для выравнивания заготовки при декоративном прокате. Также на станок устанавливается стяжка, подхват и опора подхвата, направляющие, которые служат для удобства работы и повышения качества изготавливаемых элементов. Управление станком осуществляется педалью. А сейчас посмотрим операцию нанесения фактуры гирлянда на профильную трубу.